Техническое описание кода неисправности OBD-2, низкий уровень цепи датчика положения управления турбонагнетателем B. Что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется к автомобилям с OBD-2, оснащенным турбокомпрессором, Ford, GMS, Chevrolet, Hyundai, Dodge, Toyota и так далее, хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, этот код неисправности обычно применяется ко всем двигателям obd и с турбонаддувом, но чаще встречается на некоторых автомобилях Hyundai и Kia, датчик положения контакта Надува TBSPS преобразует давление наддува в электрический сигнал для модуля управления силовым агрегатом PSM. Датчик положения управления турбонаддувом TBSPS предоставляет дополнительную информацию о давлении турбонаддува в модуле управления силовым агрегатом или PSM. Эта информация обычно используется для точной настройки уровня наддува, обеспечиваемого двигателем турбокомпрессором. Датчик давления наддува предоставляет PSM остальную информацию, необходимую для расчетов давления Наддува. каждый раз, когда напряжение на сигнальном проводе датчика TBSPS падает ниже установленного уровня, обычно ниже 0,3 вольта, PSM устанавливает код P2588, этот код считается только неисправностью электрической цепи, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа датчика и цвета провода датчика, обратитесь к руководству по ремонту конкретного автомобиля, чтобы определить, какой датчик B подходит для вашего автомобиля, соответствующие коды цепи датчика положения управления турбонагнетателем B, P2586 цепь датчика положения управления наддувом турбокомпрессора, P2587 датчик положения контроля наддува турбокомпрессора B диапазон, производительность, P2589 высокий уровень цепи датчика положения управления наддувом турбокомпрессора, P2590 цепь датчика положения управления наддувом турбокомпрессора Б прерывистая, неустойчивая, симптомы, симптомами кода P2588 могут быть, световой индикатор неисправности включен, плохая работа, задержка во время ускорения, снижение экономии топлива, причины, возможные причины для установки этого кода, короткое замыкание на массу в сигнальной цепи к датчику TBSPS, возможно короткое замыкание на массу в цепи питания датчика TBSPS, сбой датчика TBSPS, возможно, сбой PSM в ряд Вряд ли диагностические и ремонтные процедуры хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания TSB для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Затем найдите датчик TBSPS на вашем конкретном автомобиле. Этот датчик обычно находится непосредственно ввинчивается, болт в корпус турбокомпрессора после обнаружения визуально осмотрите разъемы проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъемы, тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъема, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию, используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка Клемм, дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку вместе контакта-клем, если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и проверьте, возвращается ли код P2588, если это не так, то, скорее всего, ваши проблемы связаны с соединениями, если код P2588 вернется, нам нужно проверить датчик TBSPS и связанные с ним цепи, при выключенном ключе отсоедините электрический разъем на датчике TBSPS подключите черный провод цифрового вольтметра клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика BSPS. подсоедините красный провод цифрового вольтметра клемме питания на разъеме жгута проводов датчика BSPS. поверните ключ на двигатель выключен проверьте спецификации производителя вольтметр должен показывать 12 вольт или 5 вольт если нет устраните разрыв в проводке на проводе питания или заземления или замените PSM если предыдущий тест пройден нам нужно проверить все сигнальный провод, не отсоединяя разъем, переместите красный провод вольтметра от клеммы провода питания к клемме сигнального провода. Теперь вольтметр должен показывать 5 вольт, если нет, устраните разрыв на сигнальном проводе или замените PSM, если все предыдущие тесты пройдены и вы продолжаете получать P2588, это, скорее всего, будет указывать на неисправный датчик TBSPS, хотя нельзя было исключить неисправный PSM, пока не будет заменен датчик TBSPS, если вы вы не уверены? Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей. ПСМ должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля для правильной установки.